Так, а вот Елена, это вегетарианство, плюсы и минусы. Это уже будем говорить, не рекомендация, вопрос вот именно по моей специализации. Очень редко кто в этом деле разбирается. Очень-очень. Итак, что у нее вышло? В подростковом возрасте, начиная с 200-х, зачитывалась вашими книгами, что-то применяла на практике, благодарю за ваши труды. Помню все эти годы ваши книги, не знаю, что у вас канал есть так-то, хотелось бы по теме видео вопрос задать. Да, в 2015 году начала заниматься йогой, осенью того же года сыроедение. Я вам говорил, что сыроедение, продукты сырые, они охлаждают. И если сыроедением заниматься, то лучше всего это в период лета, осенью, когда у нас температура понижается, и овощи, фрукты еще ее понижают, потому что они летом борются от высыхания тем, что себя охлаждает и овладняет, они об этом все качество переносят на организм. Осенью начала сыроедить, продлилось это около 2,5 лет. Сначала был эффект вау, возрос энергетический потенциал, ясность сознания, даже видела в зеркало, как лицо с глазами светится, у меня тоже глаза светятся. Я не мерзла, не болела. Переходные периоды, лето, осень, зима, весна, несколько дней, могли быть сопли быть, но простуд не было. То есть у каждого человека, знаете, когда он на что-то перешел, у него имеется свой потенциал, ну потенциал того же, допустим, витамина В12, который трудно растительными этими продуктами, как бы сказать, восполнять. А он потихонечку, знаете, тает. Не сразу, незаметно. Вот примерно может хватить на года на 2, там на 3. А потом начинаются проблемчики. Закаляла, спас, снегу бегала, но все. При том, что телосложение у меня с доминированием ветра. А на сыроедении вес, будем говорить, сбрасывается. Причем сбрасывается нужный вес. И человек потихонечку уходит в ветер. Ветер это сухость и холод. Несмотря на то, что человек принимает вроде бы фрукты, овощи, даже может свежевыжатые соки и так далее и тому подобное. Но тем не менее это вносит в организм потихонечку, незаметно. Сухость и холод. Человек стройнеет. Вот он, смотрите, был, допустим, вот избыточный вес. Он только раз встал в норму от этого. И появилась вот эта легкость, появилась энергетика. Человек думает, о, ты смотри, как действует вегетарианство, как хорошо действует сыроедение. Я буду продолжать. И вот это как раз ошибка. Вот тут-то надо вот в этом коридоре закрепиться. Но человек, не понимая этого, думает, раз это мне помогло, дальше я буду это. И у него такая раз еще меньше. То есть и здесь он выходит. Если здесь одни проблемы были, вошел, все нормализовалось. А когда он сюда, в эту область входит, у него появляются совершенно иные проблемы. Те, которые не было вот в этом случае, но появились в этом случае. А надо опять вернуться в это состояние. И вот до многих это не доходит, понимаете, не доходит. Так, даже немного поправилась за это время. Так, питалась в основном фрукты, сухофрукты, мед, небольшое количество орешки, семечки, салаты, редко ела, не сильно их хотелось. И надо молочное, сыр, молоко, простоквашу. Маслами пренебрегала. Но был период, когда я ги добавляла. Ги это, по-моему, топленое масло. Топленое. Живу я на Средней Волге. Примерно через полгода, год такого питания, плюс йога, начала замечать звуки в суставах, которых раньше не было. Было ощущение, что смазывающей жидкости не хватало. Что я вам говорил? Вносят сухость и холод. В первую очередь это сказывается на чем? Правильно, на суставах. Они начинают шелкать. А под конец сыроедения сразу этого заметно не было. О чем я говорю? Нет, вот вы входите в норму, вы чувствуете, вот в заблуждение заключается в том, что вы входите в норму, вы входите в энергетику, вы входите в все хорошо, ах, и думаете, вот это вот оно дало. Но дальше, вот тут-то надо вовремя остановиться, включить свой рацион кашки на воде с маслицем, тепленькие, тушеные овощи,
закрепиться в этом состоянии. Закрепиться. Вот что важно. А вы туды-сюды и все. А под конец сыроедения сразу этого заметно не было, а то бы раньше этот эксперимент над собой закончила бы. Вот это не эксперимент. Понимаете, вот о чем я вам толкую в своих книгах, особенно в основах здоровья, это что, то, что вы создали свою систему. Описываю там, какие ошибки. Ну и еще плюс я вот сейчас с вами, как бы сказать, консультируюсь. Закончила бы. Не надо эксперимент делать. Надо, понимаете, вот понимать, что вы делаете, и поставить себя в такие условия, в которых вам наиболее комфортно жить. И здоровье высший класс. Ну, как у меня сейчас. Так, много зубов попортилось. Как-то в зеркало увидела, что эмаль на концах зубов стала прозрачной, как будто зубы какую-то связывающую субстанцию утратила, стали быстро разрушаться. А смотрите, перевозбуждение ветра, вот как раз крепость организму дает слизь. Слизь, как правило, находится, это, ну, первую, самая сильная субстанция, это масло. Далее идут, допустим, это крахмалы, типа вот цельные там каши, вот это. А вот этого не стало. Не стало и все. Вы знаете, вот как бы сказать, с позиции энергетики, вы увеличивали количество движения, а количество основы, энергетической основы, которая держит организм вот в крепости, чтобы зубы, кости были там, а ее стал дефицит. И этот дефицит, в первую очередь, сказывается на самых твердых тканях. Зубы. Ну и что? Вот так вот это... Тут бы и творожка бы надо кушать, не это. То есть, вот понимаете, вот когда мы сначала, я сейчас буду вегетарианцем, сыроедом, вот как хорошо, вот я там никого не ем, вот это, та-та-та-та-та. Понимаете, вот что-то, какие-то такие мысли. А потом, когда увидеть себя после там 3 лет, даже меньше, следования этому, человек ужасается, я хотел получить от того, что я делал, 3 года делал, там, 2 года делал, оздоровление, а я получаю разрушение. Да зачем мне это надо? Понимаете, где разумность? Разумность, о которой говорил Караваев, что мы не буйволы, и мы не львы, а мы люди, поэтому у нас свое пищеварение, свое устройство, мы уже приспособлены к той или иной пище, и это надо соблюдать. А когда человек в угоду тех или иных каких-то философских там, или еще там этих задумок начинает вот так вот менять свой образ жизни, он вот это и получает, а потом, понимаете, наступает прозрение. А все это сразу я бы могла, как истончение ткани и субстанции, которая все скрепляет, смазывает, увлажняет. Капха, я думаю, это капха, это слизь. Получается, я ресурс этого растратила быстро. Да, вот она, понимаете, вот она, прозрение. У меня это было. Прежде чем стать светочем здорового образа жизни народной медицины, у меня все это было, понимаете, я вот это вот опробовал туда-сюда, и вовремя применить свой главный инструмент, это ум, понимаете, ум, а не какие-то там идеи о превосходстве арийской расы и прочее там, вот, все, растратила быстро, потом к вегетарианскому питанию вернулась. Мясо с детства не часто ела, особо тяги не было. В семье готовили, но не часто. Иногда пару месяцев что-то мясное попадает в желудок или реже. Не обязательно мясо. Творожочек. Отличная вещь для восполнения, как раз вот для восстановления зубов. Творог я на себе проверил, понимаете. У меня с зубами, так сказать, слабина и так далее. Как только я начинаю что-нибудь там кислое есть, эмаль, я с кома, у меня появляется сразу там часто, эмаль там это самое истончается. Творожок я более-менее ем там, допустим, 2-3 раза в недельку. Когда чаще, когда меньше. Сырочек там грызу. Потому что орешками это как-то не восстановишь. Вот, а именно орешки там жевать, да, жуешь, но что-то там как-то не так получается, как с творожком. Далее у нас идут яйца, куриные яйца. Делайте в смяточку яйцо и ешьте там 1, там 2, как там вам это.
Восполняйте все это дело. Это полноценный белок. Это не надо там мясо. Рыбу. Последнее время на масла потянуло. Ге особенно. А если с овсянкой, то кажется вообще идеально. И на жиры рыбу. Как-то даже на курицу из-за жира в них. Смешно, но смех этот, знаете, такой плохой. И вот когда человек доводит себя до таких вот, ну, я бы не сказал в результате эксперимента, ну, вот он хотел поправить свое здоровье с помощью тех вещей, которые на самом деле не для здоровья. Они применяются, допустим, тоже вегетарианство, сыроедение. Вот летом хорошо применить. Отлично. То есть это есть применение своевременно, в сезон года, когда все это одно к одному. А когда это не в сезон года, получается, что это просто дисбаланс вызывает. Так вот, в конце концов, когда человек себя доводит до таких вот степеней истощения того или иного жизненного принципа, в данном случае истощение слизи в организме, то есть вот энергетика слизи понизилась, то организм начинает отключать сознание. Он уже, значит, включает, как бы сказать, программу самоспасения. И то, что человек сначала осознанно говорил, а я ем для того, чтобы там вот я никого не ем, я вот такой сякой, я тут пацифист и так далее. То когда он доводит себя до такого состояния, вот эта вот система жизнеобеспечения, основная система, базовая, которая как раз здоровьем и жизнью руководит, она отключает вот эту систему. И человек начинает, ну, буквально-таки жрать те продукты, которые восполняют недостающую энергетику. Почему жиры? Почему овсянка? Почему сочетание масла с овсянкой? И когда человек это ест, ох, у меня ж мурашки за это самое. О, слышите? Это после сока. После сока сработало там. Все бурлит, очищение. Высший класс. Сок яблочно-свекольный делает. Так вот, отключает. И через вкус человеку, через запах, через вкус показывает. Вот он твой продукт. Вот она та энергетика, которую не достает. И человек начинает ее есть, есть, есть. То есть возникает эффект жора. Вот что получается. Поэтому и хочется рыбу жирную, и курицу из-за жира. Указать ваше мнение, какой-то рекомендации питания, физической нагрузки в образе целом. Я практически по ходу действия этого разбора как раз я вам его и дал. Кашки, теплые кашки, вы уже сами поняли, что вам хочется. Значит, пускай там даже курица там теплая будет, пускай там тушеные овощи будут с маслицем. То есть все теплое, процедуры теплые, прогревание в ванной. Никаких закаливающих процедур, а будем говорить, вот теплые прогревающие процедуры и плюс ходьба, умеренная ходьба. То есть вам надо сначала выйти из этого состояния, а дальше уже потом можно что-то там добавить. Вот такие вот рекомендации. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего.